Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня на распаковке 4 интересных посылки. Ну что ж, давайте начнем. Давайте начнем с самой маленькой. Самая маленькая посылка шла 27 дней, почему-то из Монголии. Не знаю почему, но у китайцев свои поставщики. Запакован вот такой пакетик, оценено в 2 доллара. $2. Давайте посмотрим, что там. Я подозреваю, что это семена. Хотя нет, это не семена. Все, пусто. Это вот опять же такие вот наклеечки на ногти. Это моим девчонкам. Наклеечки на ногти. Занимаются, пускай занимаются. Одна посылочка есть. Давайте дальше. Вот это вот я не знаю, что это. Оценено в $1. Что-то маленькое. Знаю, может лазер или еще что-то. Даже не посмотрел, сколько шла, потому что не знаю. Здесь заказывала жена моя уже со своей страницы. Мы теперь вдвоем заказываем. Так что там она заказала, я не знаю. Давайте посмотрим. Пакетик пусто. И это помада. А, помада. Пахнет она как гуашь, честно говоря. В детстве все, наверное, рисовали гуашью. Пахнет как гуашь вот такого вот цвета. Все ярко, ярко. Не розовый даже, не знаю. Ну такой вот цвет. Отдам, выложу фотографии, как накрасится. Посмотрите, оцените. Давайте дальше. Шла 17 дней, рекордно быстрая доставка. Это опять же заказывала жена. Это опять же с ее странички. Это должен быть УФ-гель. Ультрафиолетовый гель для наращивания ногтей. Да, так и есть. Это он. Это он, это гель. Это УФ-гель. Пришла лампа. Теперь буду пробовать. Обязательно покажу. Хочу показать, снять еще видео, как они делают ногти. Хочу еще снять видео про вышивку, как они вышивают. Точнее, клеют стразы и все остальное. Еще задумал я тут, захотел сделать муравейник. Ну, муравьиную ферму. Но, посмотрев цены и не понравилось мне, я посмотрел, что сделано руками других людей. Все намного красиво, красивее и делается довольно-таки легко. Так что я, наверное, открою цикл видео изделия своими руками. Там будет не только этот муравейник, хочу сделать наточилку для ножей. Ну, много чего хочу сделать, в принципе, найду время, буду делать, буду показывать. Но начну с муравейника. Мне понравилось, и столько идей возникло, могу много их сделать. Только на работе материал позволяет, стекла навалом, дерево есть. Так что буду делать, буду предлагать, заходите в группу ВКонтакте, там буду выкладывать, записывайтесь, друзья. Буду дарить, буду раздавать, что-то буду продавать. Ну, в общем, заходите. Давайте продолжим. Следующая посылка. $4.40. Тоже заказывала жена. Шла 34 дня эта посылка. Трек номер не отслеживался. В чем? Китайцы, конечно, зря это делают. Что с левыми треками. Я вот, например, не стесняюсь. Я большую часть денег возвращаю. Особенно, если товар какой-то мне не очень понравился. Тоже здесь, да, так вот, коробочка 138, что внутри, давайте посмотрим, что это такое, какой-то кошелек, что ли, такая вот коробочка, а-ха-ха-ха. Это набор. Тоже набор для маникюра. Вот она будет жутко рада. Она будет жутко рада. Набор для маникюра. Что сюда входит? Три вида щипчиков. Одни ножницы. Написано, что сталь. Но не написано, что за сталь. Какая нержавеющая. Нет. Потом вот всякие вот такие вот прибудики. Для кутикул, для подрезания заусенчиков. Пинцетик. В общем, все сделано очень хорошо. Металлическая пластина, проставка здесь под кожу сделана, качественно, очень хорошо сделано.
вот так кому-то в подарок даже очень-очень прикольно. Надо будет заказать еще и правда кому-то так вот подарить на день рождения, на Новый год. Достойная штука. Вот, вот такая посылочка. На сегодня мы закончим этой посылочкой. Подписывайтесь на канал. Еще раз повторюсь, буду открывать новый цикл видео, так что присоединяйтесь к видео, ставьте лайки, обсуждайте, комментируйте, подписывайтесь. Жду вас на своем канале. Всем спасибо, до новых встреч, пока!